Одному из величайших певцов и артистов Советского Союза и России Валерию Леонтьеву сегодня 70 лет. Мало кто знает, но именно в нашем городе он начал свою карьеру. Несколько лет жил, пел и гастролировал. Подробнее Александр Алешин. В 1979 году без объяснения причин Валерия Леонтьева вместе с его группой «Эхо» уволили из Сыктывкарской филармонии. В это время артист находился на гастролях в нашем городе, попросился здесь же работать, в Горьковской филармонии, и через несколько дней он пел на сцене Кремлевского концертного зала. Я помню тот концерт, он был очень молод, ну, можно сказать, юноша. И так он двигался на сцене, как в то время никто еще не двигался. И особенно мне запомнился номер «Ярмарка», его любимая эта «Ярмарка». Для нас это был шок в то время, потому что все стояли, мало двигались, а он был подвижный, как, ну, живчик. Константин Ерохин проработал у Валерия Леонтьева концертным администратором. За 3 года объездили всю Нижегородскую область. Я его узнал вот таким. Только живьем пел. Да, в то время фонограммы не было. Залы были разные. Нам нужны были концерты в то время. И он только-только начинал. Мы работали по всем. Клуб. Идем туда. И представляете, был народ. Принимали, прекрасно принимали. С благодарностью. Спасибо, что к нам приехали. Конечно, дороги были очень плохие. Кочка на кочке. Ой, куда ты меня везешь? Я на концерт, дорогой мой друг. Вот у меня. Еще осталось 20 километров. А он всегда что-то делал, там шил. Вот, да. Там в автобусе? Конечно. Да, разве там прибамбас. Именно в городе Горьком Валерий Леонтьев получил свою первую квартиру. Двухкомнатную на улице Белинского в доме номер 93. Тут же поклонники помогли ему приобрести дефицитную по тем временам румынскую мягкую мебель. И он перевез сюда маму. Я его сначала не знала. Думаю, боже, черный, загорелый, такие кудри. Ну, куда? А потом же узнала, что, оказывается, вот Леонтьев. Очень вежливый и приятный молодой человек был. Поклонницы не расписывали подъезд, не дежурили. Ой, баба Катя, это его мама, чемоданами письма жгла. Да, ну потому что, ну куда? И ночевали здесь. Несколько лет назад из жизни ушла Раиса Сергеевна, администратор нашей филармонии, которую многие называли нижегородской любовью и самым большим другом Валерия Яковлевича в нашем городе. Он выделялся все равно среди всей публики. То есть вот у меня есть фотографии, у него были очень длинные волосы, у него были усы. Любил компании, ну, выпить он. Все это было очень-очень в меру. Ну, рюмочку две он выпит и все. Кушал абсолютно все. Даже иногда у меня дома сам готовил. Что готовил? Ну, мясо готовил, рыбу готовил. 2 года там назад он приехал в день моего рождения. Сделал концерт в Кремлевском концертном зале, был полный зал. Он меня поздравил со сцены, в честь меня спел песню. Я знаю настоящего Леонтьева, он какой есть, такой и на сцене. Вот хороший, очень. Всего в нашем городе Валерий Леонтьев прожил 3 года. И как относится сам артист к этому периоду, неизвестно, поскольку последние 20 лет интервью в Нижнем Новгороде певец никому не дает. Александр Алешин, Алексей Лесов, Сеть НН.